камбры настроены, в путь. Поехали в Ростов-на-ТО на 260 тысяч километров. Вперед, будь смелей. Акробат. Михаил Задорнов. Гаишник мне говорит, в Крылатском есть туннель. Он говорит, вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз уедете. Выезжает из туннеля, он мне рассказывает, блондинозавр. За рулем, город Таганрог, вижу по номерам, Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул, говорю, почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. А ну и ты че, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Слушаю, Таисия Стефановна. Здравствуйте, Геннадий Петрович, лапочка мой. Как вы там поживаете? Вот мы с вами только пшеницу лопали. Проросшую? Никто не жрет пшеницу, вы на 3000 лекарства покупаете. Зато купили бы пшеницу, она их вылечила бы за копейки. Да, 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 я уже ведро, вы же на ведро почти поняла. Вот, не худ, не худ, она все равно, она расставляет себя лопой. Вот так. А так вы ее добавляете в борщ, добавляете во вторые блюда. А если у вас есть блендер, вы можете сделать прекрасный там коктейль. Я делаю так: беру горсточку проросшей пшеницы, столовую ложку меда, пол-литра там кефира какого-нибудь, могу творожка там положить, грамм там 50, все это перемалываю, и получается очень вкусная такая смесь, полезная, сытная. Нет, ешь. Нет, ну смотрите, а я люблю вот так вот сделать коктейль. Получается вкусно, вкусно и полезно. И главное, это когда у некоторых зубы плохо жуют, как раз получается, что это для них очень хорошо. Жуете, да? Нормально. Дай-то Бог. Да, никуда не езжайте, мне там холодно.
Я сейчас как раз в Ростов еду на ТО. Технический осмотр в Ростов. В Ростов едете? Да. Зачем? На техническое обслуживание автомобиля. Да, чтобы скользко не было. У меня дочка 37 в Казахстане. 37. Ого, да. Ну, Казахстан это такое дело. Да, у нас минус 6, вот я смотрю. Это не знаю, техническое обслуживание автомобиля. Это автомобиль обслуживать. И лежать надоест. Ой, молчите, лежать надоест. Я бегаю по огороду, там собаки, кошки. У меня тут надоедело. Ваши котик тут наелся, сидит у меня тут. Все тепленько в домике, хорошо, все такие дела. Ну ладно, давайте глянем. Здоровья вам, папочка, счастья, удачи, всего. Да, и вам, Таисия Стефановна, здоровья, здоровья. Здоровья, здоровья. Да, и спокойствия, и спокойствия. Да, у меня спокойно, никто не пьет, Леночка, не курит. Ну, это хорошо. И внуки не курят, и внучки никто, все закодировало стремить. Спасибо и вам здоровья, Таисия Стефановна. До свидания. Я сейчас так узнали, как вы мне нравится, как вы мне дорогие. Слышали? Слышал, слышал. Спасибо большое. До свидания. Давайте. До свидания, лапочка. Мой хороший, мой лапуша, красавчик.
федеральная трасса М4. Ё-моё. Да. Ну, здесь более-менее. Дорога сухая, минус 8. Держит, но ушки надо держать востро, чтобы где наледи не было. И там ни в коем случае не тормознуть. Едете по дороге. Время. Ну, вот у меня будет примерно, если все нормально пойдет, 1,5 часа я буду ехать до Ростова. За это время как раз можно сделать гимнастику лица. У нас, видите, все опускается вниз. Так, гравитационная старость. Под действием силы тяжести все ткани стремятся вниз. Турган, щек, мышц там, кожи слабеет, то есть упругость. И все это... Почему слабеет турган? Ну, конечно, в первую очередь это процессы старения, сухость. Сухость и охлаждение в организме идут. В результате чего эластичные связки теряют свои качества и начинают провисать. Для того, чтобы препятствовать этому, важно делать такие движения. Движения, мышцы работают, кровь приливает, значит, старение этих связок приостанавливается на какое-то время. Раз оно приостанавливается, то контур лица и вообще кожа лица выглядят лучше, нежели если бы вообще ничего не делали. Делать, сколько делать и как делать. Ну вот так вот кривляйтесь туда-сюда. Кривляемся. Главное, мышцы, чтобы работали, да? И как раз вот смотрите, на подтягивание работают мышцы. Вы подтягиваете. Их и они уже, ну, можно сказать, держат лучше. Машина уже хорошенько натопила. Слегка поскрипывает седло. В целом в машине очень замечательно. Кто-то меня тут пытается обогнать. Динозавры или налет. И еще важная такая деталь. Когда я в дороге, я заметил, что там, какие там у вас неприятности раньше были на дороге и прочее там. Не думайте о них. Ваши думки притягивают эти ситуации. А думайте только
только о хорошем. Уверена, что все будет нормально. Все нормально есть. Маршрут выдерживается. Мысленно еще пробейте туда дорогу. Ростов, мысленно раз, доехали, повернули автомобиль назад, развернулись, оп, по трассе быстренько промчались, и вот он же в гаражике стоит. Большое дело. Ум наш главный инструмент, и им надо пользоваться. Мы им вообще не пользуемся. А потом удивляемся, а почему в жизни и по жизни какие результаты? Да потому что мы постоянно сомневаемся, в себя не верим, нет уверенности. Вообще нету осознания такого величественного дара, которым является сама жизнь. Это самое-самое большое. А то, что мне уже происходит, это уже мелочь. Самое главное — это то, что мы живем, вот этот процесс, это жизнь. А дальше уже как ты его сложишь, это второстепенно. Если нету жизни, не с чего и слаживать. Того, что тут замерзает и скользко, пожалуйста, вот она машина улетевшая. Вот и наш уже поворот показался на сервисный центр. Снижаем скорость, показываем поворот. И мы останавливаемся. 10:24, 122,5 километра проделано.